Всем привет! Мы снова приехали на Копчегай, на этот раз на новую базу отдыха Алтын-Эмель. И здесь не было номеров свободных, и нам вот дали квартиру стандартную, это даже не номер. Вот такой у нас здесь вид с балкона. Владимир. У нас номер без кондиционеров. Мы здесь сдохнем. А ночью нас жрут комары. Гнездо. Ласточкино. Ласточкино гнездо. Тут одна единственная сетка. Но если мы не закроем балкон... Да, забыл в том году. И вот такие маленькие здесь кроватки, как в лагере. Пришли на пляж и совершенно случайно наткнулись здесь на соревнования. Я не знаю, тут ездят на разных машинках прикольных по склонам, по нашим песчаным. Странно так. Сара хочет купаться, я ей не разрешаю, потому что она кашляет. И она так просит, ну мама. Встретили друга Славика, он тоже участвует в соревнованиях, да? Да. А вы ездите сюда? Не знаю, как сейчас нам вон ленточки натянут, так и будем ездить. Прикольно. Вот Славик посадил нас. Сара сейчас прокачу. Тачку, мы едем вдоль берега. Я на прямой гоню, он говорит заглох. Мы сейчас будем подниматься на песчаный холм. Мы не перевернемся, да? Нет, наверное. А если перевернемся, то ничего с нами не случится вообще. Ну, идее, можешь, да? Шляпку одеть. Да, а, не, да нет, я не боюсь. Поехали. Ну, поехали. Ну страшно. Мне казалось, она перевернется сейчас. Да нет. Ничего себе. Что, не обкакалась? Не обкакалась. Блин, ребята, только что мы проснулись, уснули, потому что жарко очень. И мы катались на этих машинках, на этих песчаных горках. В общем, как-то странно так все. И у меня давление упало, и погода отвратительная. Посмотрите на небо, оно тучами затянуто, все, солнышко нет. Я Саре так и не разрешила купаться, но мы сейчас вышли на пляж, хотели подышать. И что сделать? Ну, хотя бы немного там прийти в себя. Я тоже немного приболела. Мне это совершенно не нравится. Погода отвратительная. Совсем не для купаний. Даже Сара. Скажи, что у тебя написано на кофточке. Ну, уже выцвело все. Но нам он так нравится, он такой приятненький. И мы вот всегда куда-нибудь съезжаем, за город она его носит, чтобы не занашивать одежду. И хочешь по этой штучке прогуляться. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь купается в Копчегае в самом? Потом нас давай, друзья, отговаривать, говорить, чтобы мы не купались, потому что здесь, короче, стрёмно. Если кто-нибудь из вас знает, может, делали какой-нибудь химический анализ. Вообще, это искусственное водохранилище у нас. Оно не слишком чистое считается, поэтому мы здесь не купаемся. Все в основном, когда приезжают на базу отдыха, купаются в бассейне. Где
легенда гласит, что здесь такие огромные сомы, размером, я не знаю, там, с лодку, нет, даже с корабль огромный. И они, в общем, людей тянут на дно. Я не знаю, правда это или нет. Нас никто никогда не тянул, потому что мы не купаемся здесь. А вообще говорят, что здесь раньше было кладбище. Огромное кладбище. По ночам здесь ходят привидения. Вова поймал саранчу, как всегда. В прошлый раз он поймал медведку. Всем доброе утро. Второй день нашего пребывания на Алтын-Емеле. Я вам уже говорила, что мой муж очень любит акции. Так вот он, я не знаю, опять в интернете где-то там нарыл акцию, что сюда, в Алтын-Емель, можно приехать на двое суток, и будет все включено. Трехразовое питание плюс лечение там с массажами. Вот я вчера не снимала, чем нас кормили. Еда такая, знаете, совдеповская, пережаренная, обычная, но много дают, да, ты наедаешься. И сегодня я хочу поснимать, чем нас кормят. Мы идем на завтрак. Я кашляю, купаться я сегодня не буду, но вот хочу снять для вас завтрак, обед и ужин. Потому что вчера я этого не делала, так как, ну, первый день хотела отдохнуть, ничего особо не снимать. Вот, сегодня я уже готова. Мы с вами приехали на море. Сегодня на здесь есть группа. А здесь нету. Только здесь есть в группе. Горка с мячики можно катать. Там есть очень прекрасное угощение. Вот нам принесли сегодня такую кашу из риса. И вот такую штуку. Вове то же самое. Эта гонка называется «Карась Пати», проходит уже второй день, и здесь участвуют джипы в гонках по бездорожью. На самом деле весело, все поддерживают гонщиков, много людей здесь собралось, оставались с ночевкой прямо на пляже, в палатках люди спали. Оказывается, ночью здесь была вечеринка, дискотека, но мы не знали и скучали в своем отеле. Атмосфера своеобразная и, ну, прикольно на самом деле. Мы здесь спрятались в теньке под куполом Red Bull, вредного напитка. Прячемся с Сарой в теньке, пока Вова там смотрит на гонку. Здесь, кстати, хорошо, что есть очень большая детская комната, там сидит нянечка. Можно, пока вы пойдете на массаж, чтобы за вашим ребенком посмотрела нянечка, там он играется, горки, шарики. Это, конечно, очень здорово. Конечно, эта база больше для взрослых, мне кажется, семейных людей, потому что здесь нет вот таких дискотек, веселья, знаете, пьяных загонов каких-то. Все так нормально, спокойно. Сейчас я немного подкрасила свое лицо, потому что я должна снять одно видео. Я участвую в одном очень клевом проекте. Я думаю, что многие из вас заметили видео у блогеров напиток Fresh Bar. А дело в том, что Fresh Bar как бы предложил блогерам поучаствовать в проекте и снять видеоролик о напитке или как-то задействовать этот напиток в видеоролик. И, в общем, чей видеоролик наберет больше лайков, тот там пройдет во второй финал, и будет, в общем, очень весело. Мне предложили тоже сняться в этом проекте, я согласилась. Я буду снимать отдельное видео, у меня оно будет, знаете, такое тематическое, летнее. Скоро вы его увидите на моем канале, и вот они мне прислали бутылку фреш-бара. Но она пустая, потому что жидкость нельзя перевозить. Проблемы с передачей жидкости через почту, в общем, этот напиток у нас не продают в Алмате, поэтому им пришлось отправить мне пустую банку по почте, и когда мне моя свекровь звонит, говорит: «Жень, тут тебе посылка пришла, пустая банка».
Она в таком шоке была. Она говорит, почему пустая банка? А я сама не могу понять, почему пустая банка? Я не задумала, что они мне пустую банку пришлют. И когда я буду снимать видеоролик, то, конечно, я наполню ее какой-нибудь жидкостью. И, типа, буду там пить ее. В общем, ну, прикольно. И я в этот ролик могу включить что-нибудь такое полезненькое. Например, про татушки переводные. Флэш-тату, кстати, точно. Вот, возникла прям только что идея. Поэтому скоро вы увидите все. Мы сейчас идем на обед. Суп с фрикадельками. И картошка с курицей. В общем, я сняла видео. Надеюсь, оно получится интересным для вас. А сейчас мы пришли на ужин. И интересно, что же нам принесут на ужин. Я уже в предвкушении, потому что завтрак, обед был не очень, если честно. Поэтому, когда вот халява, всегда либо не очень, либо дорого должна стоить путевка. А так, в общем, не очень было. Ну, не знаю, может быть, сейчас будет что-нибудь вкусненькое. Вот мне прямо интересно. Ужин у нас сегодня хороший, на удивление. Плов и вот специальный салат, ачучук и два кусочка блин. Всем привет! Мы вернулись в Алматы с Копчегая, потому что хватит отдыхать, надо работать. Нужно поскорее достроить этот дом. И что-то мы затянули с этим делом, потому что постоянно отдыхаем, то очень жарко, то очень холодно. Нужно поскорее его достроить, но у нас постоянно какие-то препятствия. Муж говорит, это из-за того, что ты начала снимать на видео, показывать наш дом, мы ничего не можем доделать. На самом деле я в это не верю. Знаете, почему мы постоянно куда-нибудь ездим и не сидим на месте? Потому что мой муж стрелец. Это самый ужасный знак зодиака мужской. Честно. Потому что мужчины-стрельцы, они непостоянны. Они любят путешествовать. Они не могут сидеть на месте и заниматься одним и тем же. И им их постоянно прет. И, знаете, вот не советую выходить замуж за стрельца-мужчину. Если вы за более спокойный образ жизни, то вам точно не нужен стрелец-мужчина. Я не знаю, как женщины-стрельцы, но мне кажется, женщины не такие. Хотя, я не знаю, напишите, может быть, женщины тоже такие. Но я ничего против не имею, мне очень нравятся как бы стрельцы. Они такие ответственные, молодцы, хорошие знаки. Но вот видите, им нужны постоянно перемены. Поэтому я крашу волосы. Пока.